Но, тем не менее, это неплохой хоррор, повторюсь. Ладно, сегодня без поп-фильтра. Да какая хрен разница, верно? Сегодня же мы не будем орать. Вот. Тося, а ты-то что там делаешь? Стример профессионален практически всегда. Кто-то стреляет. Стас, прикрывай. Легко. Это мы в центр зоны летим. Вот на крышу где-нибудь стопорнись и будем это... Давай, и там просто ляжем и все. Ой. О. Спасибо. Вам. Есть проблема. Я бегу. Я секунду не успела выпрыгнуть. Ну. Блин, как же вы далеко. А мы уже разобьемся, если спрыгнем, понимаешь? Пошли искать разобьемся. Давайте... Разбитое стекло. Давайте... Так, кто первый прыгнет, тот вообще, короче, красавец. Так, я еще жив. Блять, как вы живы-то вообще? Вы что-то очень быстро умираете, вы что-то очень... Просто упали в А зачем, как вы еще раз упали, вы уже полумертвы. Да все нормально, ты живи за нас, главное, окей? Еще. Он на крыше. А вот он, вон он слева! Ребята, убейте его, убейте, убейте! Убейте его, убейте! Слышь, что с ним не так? Поднимите, поднимите, пожалуйста! Мужики, не сзади! Кто там вышел? В доме! Че, серьезно, все? Он всех убил, да? Я вообще думал, что это труп! Вот же подонок! Прикинулся мертвым! Жесть! Просто жесть. Это нормально, то есть это привычно, все, все, расслабьтесь. Тебе нужно ближайший лутальник какой-нибудь и там химки найти. Да-да-да-да-да. Не волнуйтесь, ваш экспо в надежных руках. Но спереди аккуратно. Зачем я это сказал? Это всегда происходит. Я не виноват. Да, это было ожидаемо. Я даже не сильно напугался. Я просто дернулся, как дурачок, и все. Кровавая эпоха. Сиськи, быстрей. Быстрее закрываем сиськи. Ну ладно, еще глазочком. Сиськи. Боже. Вообще, ты не будешь рад. Ой, что тихо, это? Тихо, это граната! Подожди, я хочу посмотреть повтор. Она подо мной реально была? Да. Так, секунду. Подожди. А, она... А, ясно. Нехорошо получилось. Я тоже повтор покажу на стриме. А, стоп. О, вот так. А, это его граната. Понятно. Ну, давай, подлетай. Сейчас давай. Будем пробовать, подлетаю. Так, подожди. Так, сейчас, подожди. Давай ты не будешь еще раз залезать. Ну ладно, хотя. Сейчас, сейчас, я уже все делаю. Я поднимаюсь, все. Ракета! Выпрыгиваем! Что-то произошло, пока я. Нам сломали вертолет, да. Понял. Нам сломали. Вертолет, идет самолет. У нас есть 5 минут, чтобы дозвонить. Я бы должен испугаться. Но я знаю, что там справа туалет. О боже, милая. Прости, чат. Это, блин, ну... Скоро будешь здесь. Блять. Первый раз удивился, ладно. Did you hear that? Ты это слышал? Dad's a drunk. Папа пьян.
He drank and drank. Он бухает, бухает. The answer lies below. Ответ лежит перед тобой. О, а вот так мне нравится. Когда кто-нибудь будет спрашивать за крипти вот это вот, кто-нибудь будет спрашивать, какое самое странное дерьмо ты видел за последние полгода? Окей, ну ладно. У него машина уже почти взорвана, ну камон. Да у меня уже патронов нет. Боже, это было... Господи, совершенно. Не, а я думал, он раскроет. Да. Национальное? Ты уверен? Ну, не в данном смысле у вас, как принято кушать. Я в России вообще не видел, что люди такое, ну, как бы, ели. А вот на Украине постоянно. Да-да, на Украине прям очень много людей кровянку продают. Так, блин, кто меня? Еще когда пришла твоя девочка, да? Ты побегаемая, что ли, блядь? Сука, локтями забил какое-то говно, а потом меня убили. Я чувака вообще... хотя бы, давай садись на него резко. Да на не... Я и хочу... Вот, вот, да, вот сейчас, да, давай! Сука! Блэк, давай! Блэк, подними меня, пожалуйста. Это... Я не могу объяснить, что происходит, честно говоря. Садитесь в грузовик и стрижьте. Не будет ничего лучше, я скажу так. Поехали, чуваки. Я сделал, что мог. Ты за руль, ты за руль, ты за руль. Да-да-да, а ты в смысле... Давай, давай, давай. Какая мутация, зона сейчас всех... Поехали, ну... Да ёб твою мать, у меня жизни-то нет! Ты там как? Я жив, все хорошо. Если озабочен, я скоро отдам концы. Уже берут вертолет. Ой, какой это не вертолет. Ой, они уже там толпой бегают, и надо бежать и паниковать, я думаю. Я сломался. Да что? Ага. Так, мы потеряли бойца. Мы все равно глухие, но какая разница? Что это было? Что это было за звук вообще? Если, ну, если не занимаем, то что с нас? Жопу раз. Так, ну меня не рассчитывают, сразу хочу сказать. Но я бы посмотрел. Это является публичной офертой. Потом в личке оговорим. Так, не надо даже оговаривать в личке. Просто соглашайся и все. Кто погерс поставил? Забаньте его. Зачем? Давай, это лучше, что можно сейчас сделать. Давай закроем дверь. Welcome. Сейчас нам гранату сюда зашлют. Вообще не в зоне, вот это везение. Прям могу поздравить просто. Она пока еще не пошла. Слушай, Ой, я говорил тебе! Я же говорил! А че ты со мной сидел тогда? Так ты закрыл дверь, мне страшно стало, ну кому? Ты спас ситуацию, Брут. Сейчас, здоровье восполнится. Перелет! Под эту музыку только побеждать, побежали. Ясно, или умирать? Пуля непробиваемая какая. Бронеливчик, видать. 20 секи. О, боже. Нет, 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 нет. Мишель, Грози, нет. Боже, Тёма, нет! Нет! Тёма!
что случилось 3 года назад. Все рухнуло за один вечер. Эти подонки были накачаны неизвестным раньше наркотиком, вольтерином. Или просто В. После похорон я сказал...